Если вы хотите подчеркнуть талию, выбирайте платье Ребекка и подчеркните свою талию. Если вы любите носить свободную форму платья, раздвигай. Так. Раз, два, три. Носите ее так, а сзади вот она, кулиска, будет вас оформлять. И это еще не все. Я все покажу на моделях, когда они выйдут. Вот потрясающий бренд Толси позволяет нам сегодня разнообразить гардероб, одним выстрелом убить несколько зайцев. Это платье Ребекка. У нас, кстати, пользуется популярностью бордовый цвет, но правильно, мы предлагаем вам два цвета. Это синее платье Ребекка и бордовое. Ну, давайте поговорим о популярном бордовом. Я даже знаю почему. Многие модницы, те, кто следят за тенденциями в мире моды, уже давным-давно уяснили, что красные оттенки сегодня фавориты. Но для любителей сапфировых камней выбирайте сапфир. Ариш, вот я бы сейчас хотела поговорить еще о принте. Он необычайно красив. Знаешь, как он наносится? Как? Фотопринт. Это очень сложная техника, которую использует бренд Олси. Кстати говоря, про ткани еще раз напомню. Это капсульная коллекция тканей. Ты не можешь встретить в городе каждую вторую женщину в таком платье, потому что у Олси капсульная коллекция и ткани запатентованы. А сейчас внимание! Я бы пригласила к экранам телевизора в 72 размер, потому что платье Ребекка невероятно красиво. Давайте еще раз посмотрим на эту красоту. Фото Принт. А сейчас мы увидим, как этот оттенок смотрится на нашей Танюше. У Танечки размер верха 50, бедра 52. Татьяна выбрала платье Ребекка 52 размера. Ты знаешь, и на стройных женщинах, и на женщинах с формами это платье сидит великолепно. Это волшебное платье, действительно, и по дизайну, и по крою своему. От 52 до 70. И у нас уже, напомните, пожалуйста, как зовут? Ольга Алексеевна. Ольга Алексеевна. Правда, мы не знаем, откуда. Ольга Алексеевна у нас дорогая. Заказала, самое первое, заказала для себя платье Ребекка. Давайте сейчас с вами закроем глаза и представим жаркий-жаркий день, изнуряющая жара. Это тот день, когда просто не хочется выходить на улицу. Что мы делаем? Мы включаем с вами кондиционеры, мы спасаемся холодной водой, мы прикладываем тряпочки, смоченные в холодной воде, лишь бы только охладиться. Друзья мои, вам всего лишь навсего нужно надеть платье Ребекка. Холодный водопад, струящиеся ткани будет просто скользить по вашему телу. И я уверяю вас, уже никакой кондиционер вам будет не нужен. Если вы целый день проводите на работе, а вам нужна свежесть, чтобы ваше тело дышало. Это платье Ребекка. И еще посмотрите, как это платье невероятно тянется. А сейчас уже и я хочу под этот водопад. Ох, какая ткань. Аришенька, ну ты только вот погладь сейчас ее. Потрясающе. Она вообще напоминает шелк, правда? Такой дорогой статусный шелк. Фотопринт. Самые красивые сложные ткани у бренда Олси. Бордовый и синий цвет, купонное полотно. И на наше платье Ребекка, ты знаешь, сколько метров ткани ушло? Так, сколько? Более 3 метров ткани ушло на это платье. Конечно же, еще все зависит от размера. Я еще хочу поговорить о стройности, но давай сейчас посчитаем. 1 метр такой ткани стоит 1500-1800, а нам потребовалось более 3 метров. Это мы только на ткани сэкономили, потому что мы заплатили бы за ткань около 6000 рублей, а у нас завтра уже платье будет стоить 5500. Ну а что, шить платье сколько стоит? Согласитесь, а времени сколько это займет у вас? У вас сегодня готовое решение, эксклюзивное предложение, капсульная коллекция. То, что многие женщины с опаской относятся к покупкам, это понятно. Поэтому внимательно слушайте наши размерные линейки. Многие российские производители добавляют в лекало сантиметры для того, чтобы наши российские модницы по нашим российским лекалам выбирали себе модели. То, что предлагает нам Европа, это немножко другие размеры, поэтому мы сегодня говорим о российском бренде Олси. Будьте обаятельными, любимыми, стильными и интересными. Будьте с этой весной, меняйтесь, выбирайте платье, ведь это так женственно и так элегантно. Два цвета на выбор, бордовый и темно-синий. То, что касается размеров, выбираем размер в размер. Если у вас расхождение в размерах, верх больше, чем низ, это платье выбираем по объемам верха, потому что здесь у нас красивая богатая драпировка, а низ изделия расширен. Более 3 метров ткани ушло, богатая весна.
вискозное масло, напоминающее шелк.